названа в честь видатного полководця державного діяча, гетьмана України Богдана Хмельницького. На этой улице находится церковь Варвары. Сегодня воскресенье, я пришла. Покажу вот такой дворик. Я уже здесь снимала. Наши вербочки, которые на Пасху носят. И здесь тоже они. Такая красивая, маленькая, аккуратная церковь. Все зеленое внутри. Там голубь сидит, видите? Сейчас приближу. Белый. У них не гнездо там оказывается. Ну, красавчик. Вот я зашла в церковь. Посмотрите, как здесь. Смотрите на потолок, как красиво. Это икона мамы Габриэли. Здесь покоится прах надворного советника Моисея Васильевича Наливайко, горе причине скончавшегося 10 мая 1862 года на 70-м году от роду.
эта бза, что я говорила, на Пасху мы несли, сам шит. Здесь так хорошо, так уютненько, прохладно летом. Видите сами, сколько много скамеечек можно посидеть. Вот такое чувство, когда приходишь в церковь, как-то успокаиваешься. Не знаю, у всех это так, наверное, у всех. У меня, во всяком случае, это. Особенно, когда на душе тяжело. А сейчас праздники. Так что вдвойне. Такая ива здесь стоит. Вот такие большие сосны высокие.